Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы школьников и студентов. Предполагается увеличить их продолжительностью до 1 октября. Василий Власов указал на высокий уровень нагрузки и отметил, что из-за того, что практически все экзамены заканчиваются к началу июля, каникулы длятся всего 2 месяца. Кроме того, продление каникул, по мнению депутата, позволит учащимся получить больше практических знаний во время летней подработки. Он напомнил, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы. В продлении каникул позволит частично решить эту проблему.